Левитав положил у ног Людовика Бинне эльфский хлеб, передав людям владычество над плодородными землями. Потом Левитав наполнил церемониальные чаши эльфским вином Гвине, сладкой кровью земли, которой, наконец, эльфский король достал свои щит и меч, тем самым символически передавая людям свои войска. Спины. Эльфский король обнажил клинок и молвил: Людовик, я принимаю твою власть и вернусь через год. Смотрите! На статуи посмотрите! Быть такого не может, мамочка!
скульптуры? Они ожили? Что за колдовство? Не знаю. Я на убийстве монстров специализируюсь, а не на оживлении. Я... Возможно, я знаю, что произошло. Видите ли, эти статуи в прошлом стояли во дворце некого Девитафа. Я их месяц назад купил, чтобы... Может, мне лучше начать сначала? Этот Девитаф должен был этими статуями ежегодно платить людям дань. Однако, он успел сделать это лишь один раз. Его убили при погроме нелюдей под Горгоной в 782-м. И хорошо, что так. Ведь Девитаф собирался устроить покушение на Людовика. Под видом статуи он хотел отправить людям големов, которые активировались благодарственными речами. Эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья. Как всегда, эльфы — воплощение коварства. Тьфу. Монстр мертв. Пора мне в путь. Погодите, уважаемый. Вот, возьмите-ка. Счастливого пути, ведьмак. Что, готовишь бульон из руки своего товарища? Вижу, у тебя обострилось чувство юмора. Мы не каннибалы, Геральт. Я взял с руки немного тканей. Этого хватит, чтобы приготовить микстуру отзвука. А остальное где? Я сжег все, как велит наш кодекс. Ворон сказал, что ты нашел последний ингредиент. Посылаешь за мной шпионов? Стражей. Если бы что-то пошло не так, я бы быстро пришел к тебе на помощь. Спасибо за заботу, но я и сам справился. Долго еще готовить отзвук? И ты что-то говорил про последний компонент. Что там с ним? Видишь ли, с ним есть одна сложность. Приготовление микстуры требует крови. Причем доноры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить, должны быть одного вида. Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет. Правда, Регис? Дело в том, что все не так просто. За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но опасаюсь, что таковых нет. Не понял. Что нам мешает просто взять у тебя немного крови? Нужна кровь в состоянии возбуждения. Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку. Но вместе с телом у нас меняется и химический состав крови. Короче говоря, мне придется ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения. Еще короче, безумия. И это будет очень опасно.
Опасно? Почему? Даже в другом теле это будешь ты. Но я буду в состоянии свирепой ярости. И ты лучше меня знаешь, что ярость нельзя контролировать. Если ты хоть раз видел обезумевшего вампира, то знаешь, в опасности будут все, кто окажется поблизости. И что будем делать? Я бы не хотел, чтобы ты кинулся на меня с когтями. Я бы тоже не хотел. Но не бойся, я все хорошо обдумал. Скоро расскажу обо всем подробнее. Ладно, так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиров. Тесха мутна. Там есть подвешенные клетки. Я войду в одну, а ты тем временем приманишь чудовище. Потом ты будешь их убивать. Думаю, крови будет много. Достаточно для того, чтобы запах довел меня до безумия. А что это такое? Тесха мутна. Место казни. Давно, когда мы были здесь еще относительно недолго, жил высший вампир по имени Хагмар. И он так распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню. Это доставило множество хлопот всему нашему роду. Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас. Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выследить. Они все равно не сумели бы вас убить. Однако они были надоедливы. Как, прости мне это сравнение, комары, которые вечно зудят над ухом. Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать. Схватить Хагмара и наказать его. И тогда в подземельях Тесха Мутна возникло место казни. Там создали клетку из специального сплава серебра, дальвинита и метеоритной стали. Хагмара схватили и заперли в клетке. Он сидел там больше 200 лет, не раз впадая в безумие, но выбраться не мог. Отсюда следует, что ярость моей скромной персоны клетка тоже выдержит. Медлить не стоит. Веди в этот твой Тесха Мутна. Почти готово. Последний ингредиент. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуриум, препарат, обостряющий чувство крови. Так я буду чувствовать запах крови в 100 раз острее, чем обычно. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твое возмущение мне льстит, но прошу тебя, успокойся. У меня не было выбора. Так что жребий брошен. Отправляемся в Тесха Мутна, а то у меня голова уже идет кругом. И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть. А ты начинаешь меня пугать. Мы на месте. Священный зал для пыток и казни находится под землей. Веди. Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. За этой стеной находится... Древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Но что бы такое? О, я весьма польщен. Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты. Я открою. Thank you.
это за... Старинный способ защиты от непрошенных гостей. Дверь открывает механизм, который реагирует только с кровью высшего вампира. Хитрые механизмы, вампирские крепости. Похоже, Тусент был для вампиров важным местом. И остается им. Во время сопряжения сфер именно здесь открылись ворота из нашего мира в этом. Эти земли мы увидели первыми. Разведение людей? Это серьезно? Автор провел много лет, наблюдая за поведением людей, которых он разводил. С точки зрения морали, сочинение сообщения, зато весьма подробное. Это плохое место, здесь в воздухе смерть. Простили здесь с жизнью. Эти глифы, высеченные в скале, когда-то они были покрыты кровью. Они что-нибудь означают? Это символы, вы бы сказали, племен, которые разошлись по миру после сопряжения сфер. Мои предки начертали их здесь, чтобы... Финали. Вижу, вы собрали тут особую библиотеку. Да, хотя я в этом участие не принимал. Камера? Кого тут держали? Это крайне мрачная страница истории моего народа. Я бы предпочел не призывать демонов прошлого.
местечко. Что это за клетки? Ты говорил, здесь держали только одного вампира. Ах, да. Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами. Они решили, что лучшая кара для Хагмара — мучить его запахом крови, которую он не сможет попробовать. Поэтому здесь держали также людей, которым пускали кровь. Хагмар сходил с ума от боли и злости, а люди умирали от потери крови. К ним относились как к вещам. Я хотел бы возразить, повернуть время вспять, но это невозможно. Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Приступим к делу. Да, правда. Я приготовил приманку, будь любезен. Разложи ее, пожалуйста. Лучше всего у входа в туннели, тогда запах разнесется повсюду. Разложи приманку у входа в туннели. Чудовище быстрее почуяли запах. У меня волосы встают дыбом, как подумаю, откуда здесь эти туннели. Это естественный ход событий. Запах смерти привлекал туннели. Три. Разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Надеюсь. Мясо воняет так сильно, что запах должно быть в Новиграде слышен. Приманки готовы. Я войду в клетку. Ты меня прикуешь. Сплав, из которого сделаны прутья, не даст мне обратиться в туман. А ты что, захочешь сбежать? Я буду хотеть одного — остановить боль! И я за себя не ручаюсь! Давай, быстрей! Чудовище почти здесь! А у меня уже кружится голова! Откроет? Да! Кто не знает, как вампир алчит крови, не представляет, что такое жажда!